63 новых автобуса повышенной комфортности пополнили пассажирский автопарк «Люберец». Транспортные средства поступили за счет областного бюджета по решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Наша съемочная группа одна из первых оценила новые автобусы. Климат-контроль, система навигации, удобные кресла с ремнями безопасности. Для водителя мечта, а не автобус. Раньше Юрий Дельдинов управлял таким, когда перевозил туристов по Москве. Последние 5 лет мужчина работает водителем общественного транспорта, курсирующего по маршруту 501 в Люберцах. И благодаря поступлению новых автобусов он снова работает в комфортных условиях. Маршрут у нас такой, много пассажиров. И такие автобусы как раз нам нужны. Автобус очень комфортабельный, да, работаешь, вообще не устаешь. Комфортно, безусловно, и пассажирам. Автобусы разработаны с учетом их пожеланий и изготовлены по спецзаказу правительства Московской области. Они имеют низкий пол, предусмотрены места для перевозки колясок, а также специализированная система входа и выхода. И что самое главное, транспортное средство может вместить более 80 человек. Новая партия автобусов поступила в наше предприятие в количестве 63 автобусов, из которых 2 автобуса – это ученические автобусы, оборудованные дополнительной кабиной, дополнительным педальным управлением, рулевым управлением. Новые автобусы пришли на смену старым, которые уже отработали свой срок. Вместе с пополнением парк автоколонны насчитывает более 400 единиц транспорта. Перевозчик наших жителей автоколонна по праву считается лучшей на территории городского округа. И с точки зрения безопасности, и с точки зрения подвижного состава. А все, что касается автобусов большей вместимости, у нас других предприятий, кто этим располагает, просто нет. Оценить новые автобусы жители округа могут уже сейчас. Они будут курсировать по самым востребованным среди льготной категории граждан маршрутам 1232, 501, 20 и 352. Луиза Егазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.